вершина. Жанну. Ю-ху! Она на человека же похожа. То есть голова и такие две широченные плечи. Фотографию видишь? И она так впечатляет. Так вот, сразу ты смотришь на нее и понимаешь вот всю ужасность того, что видишь. И всю красивость поэтому. Демон. Да, такой огромный, который там хочет нас забрать целиком и полностью. Всех нас целиком. Вот когда вы отдадитесь мне, тогда я, может быть, вам что-то плечко свое подставлю. Много раз пробовано, и народу на ней полегло немерено. И считалась она, ну, чем-то таким недостижимым. Вот идеалом, который недостижим. Это что-то там такое плавает в небе, а нога человека никогда не ступит на нее. И вдруг бабах, оно приблизилось. Это нужно осознать. С этим нужно однажды проснуться, что это достижимо, это возможно. Это прорыв в следующее измерение. Не только для нас, но и для всех, для всего мира. Экспедиция началась, конечно, весьма, так сказать, затейливо, я бы сказал. Еще на подходах на тропе обрушился участок моста, рухнул просто. И Саша Одинцов получил тяжелое сотрясение мозга. Я представляю этот мост, там такие на тросах эти деревянные такие пролеты лежат. Если этот пролет рухнул, но он 100% в реку должен упасть, там деваться некуда там. Слышу грохот и тишина. И там через минуту кричат: «Док, беги сюда, Саня упал». Я в этот момент воспринял так, что вдруг ни с того ни с сего подо мной разверзлась бездна, и я спиной вниз, причем ничего сделать не успел абсолютно, даже настолько быстро это произошло. Лечу вниз, потом удар, и я теряю сознание, все. Все же на Саню завязано, то есть все там. Включая от идеи, там, скажем, самого восхождения, всегда как бы, решающее слово за ним. А тут не дошли до горы, командира нет. Травма такая обычно вызывает достаточно серьезные длительные последствия. И уже то, что он смог подняться, я не помню, на 6700 или на 7, это, конечно, ну, я ему не советовал, но шеф он и есть шеф. Конечно, обидно, что я не залез на вершину. Но есть, повторяю, компенсация, связанная с тем, что я все-таки руководитель экспедиции. И это мой проект, значит, и моя гора. Но для себя самого, конечно, внутри царапает немножко, что все-таки я не залез. Ну, мост мог провалиться под кем угодно. Не повезло. Уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. В стране существует, может быть, человек 20, которые могут лезть по таким стенам, которые могут представить себе даже на этой стене живущим,
дышащим, двигающимся. И любили меня, и сдавали, и старуха махала косой, и в залетную мне не давали, а в финале мой путь стал взлетной полосой. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали. Началось-то все очень благостно, очень быстро залезли на 5-4, на 5-600, там все сохранилось, снаряжение. Мы провесили нужное количество веревок. Акклиматизация участников не поспевала за скоростью нашего продвижения. Первые две недели мы работали четко по плану. Вот я сказал, что мы за две недели выскочим на 7 тысяч. Мы четко выскочили. И дальше я так думал, что вот, ну теперь потихонечку, но тоже по плану. До 7 тысяч мы долезли довольно быстро. Хоть и не погода была, но уже как-то вроде по знакомому. Если мы пробьемся до середины 5 мая, мы победуем. Вполне реально, да. Очень реально будет победа. Зайти на самую макушку этой великой горы. Ну, никто не ожидал, конечно, что выше 7 тысяч будет на такой высоте так круто, так мало рельефа и сложно, и кислорода мало. Сложность ведь этой вершины и то, что ее не смогли ранее пройти, заключается в том, что вся работа, это самая тяжелая техническая работа, начинается после 7 километров, вот это вот, так сказать, бастион этот 700-метровый. А техническое восхождение с кислородом невозможно. На 4500 метров по наставлению пилотов полагается одеть кислородную маску, потому что реакция ухудшается. Тут выше 7000 метров надо не просто шевелить костями, а соображать достаточно сложное движение, там башка как компьютер просчитывает. Делать это в той разряженной атмосфере, такая, наверное, задача запредельная, конечно. Нет, Саня, у меня нет сил, у меня вообще... Я выработался вообще в ноль. Понял? Ладно. И проходит там неделя вторая, там
даже там с учетом то, что 5 дней плохой погоды было, я так понял, что ничего у нас такого не получится. И когда мы полезли с Першиным, это второй наш выход был. Лезем. В горы все нормально, и самочувствие отлично, там, и высоту уже не чувствуем, и груз большой тащим. Но скорости нету. Нету и все. Неужели такой старпер стал, что ничего не могу. Просто ничего не могу. Вот тогда такое было ощущение, что вообще не завязать ли с этим делом, раз там так мы себя. Ну, не проявляем, то есть как вот, как не то, что как хочется, как можем просто. Вот. Просто на такой высоте, там 7200 это для. Не такая уж высота предельная, чтобы ты уже совсем ничего не мог, я думаю. 7200, а там-то выше-то 7700, там тоже такой же рельеф, а там-то как у нас будет работать. Крыша! Это такое место горы, где все становится очень полого. Должно лечь. Не бывает. Не бывает горы без крыши. Там день такой был боевой. Значит, в начале с утра Миши Першина кровоизлияние в сетчатку глаза. На четвертой веревке, да, я помню, когда мы лезли где-то на 7,5, на 7,450, можно на 7,5 карниз, у меня кровоизлияние. Я на сечении должен снова был работать. И получилось, как бы день выпал. Хороший очень день, погода отличная. Поднималась еще группа, им было необходимо перенести платформу на 200 метров вверх. Это нелегкая работа, с учетом высоты, ветра, она имеет большую парусность. И, конечно, только такой человек, так, Татбядин, наверное, мог в одиночку с этим справиться. Вот, он ее вытащил туда, закрепил и стал спускаться вниз. И в этот момент я получил удар. То есть я от этого удара там на несколько метров съехал. Срезал он мне кусок каски, там разбил очки, там, которые там немножко фейс повредили. И он такой в лагерь вернулся, конечно, в таком героическом виде, там такой окровавленный весь. Любая опасность в конце концов реализуется в несчастный случай. Если ее часто дергать тигра за хвост, то рано или поздно он тебя тяпнет. Видимо, накопилась эта сумма опасностей, которую мы избегали. Да и народ немножко подрасслабился. И тут пошло-поехало. Утром смотрим. Классная погода. Гору видно. Смотрим в трубу. Ребята вышли рано. Болотов с Борисовым. И Леха полез. И быстро полез. Ну так, относительно. Я так думаю, слава тебе, Господи, там, прорвемся, сегодня прорвемся. И тут через 2 часа там камень Борисову по голове. Ну, слава богу, он спускается, выходит Киреевский на замену, там через 1.5 часа он подходит к болоту, снова они начинают движение. Представляю, Леха там 2 часа сидел, дуба давал там, и после этого все равно полез. Ну, видимо, поэтому он и полез так быстро, неосторожно, и упал на 10 метров. На удивление страшно было. Когда мы начали работать выше 7000 на первых веревках. Первая вертикальная веревка, она высасывала все соки, все душевные. Сколько, за 3 дня, да? Пролезли там веревку. А это только начало. А вверху эти карнизы висят. Проработали на 3 дня. Слегка нас подломило психологически. Вот, и в довершение всего прочего, у Мишки Михайлова отек легких. Но это проблема не с легкими, это проблема с сердцем. Но Миша опытный, он опытный высотник, и он сразу, уловив первые, а все это было утром, уловив первые признаки, а они, в общем, такие незначительные на самом деле, и человек, не знающий, может не обратить на них внимания, и достаточно быстро состояние его ухудшится, то есть... Но он это уловил и быстро спустился вниз. Там уже многих всех побило. И получилось, в принципе-то, работать-то и некому было. То есть раз за разом, буквально каждый день какие-то новости. И вот тут у меня возникли сомнения, что... Ну тут Ручкин, конечно, проявил такой героизм. Он не позволил, я считаю, только усилием воли. Не позволил себе заболеть, сломаться. То есть...
Если бы еще бы его бы зацепило, то, пожалуй, уже горы бы не было. Залезем, не залезем, все было решено в этот день. То есть, когда ребята сами самостоятельно спустились, стало ясно, что два раза в одну воронку не летит, потому что хуже не будет. Иногда даже самые воинствующие атеисты начинают вообще верить, что существуют какие-то силы, которые там, нельзя не объяснить никакими физическими там, явлениями и законами природы. Тут где-то, наверное, через месяц с небольшим мы уже готовы были во всех богов верить, какие есть. Причем Шерпа-то, который там с нами, там повар и его два помощника, смотрю, как-то они такие грустные, ну, видят, что у мемберов неудача какая-то, не получается у них быстро лезть. Уже там тоже и в трубу сами смотрят, кто где-то, между собой что, о чем-то спорят, типа, долезем, не долезем. Один утром смотрю, двоих вызывает на склон рвать можжевельник. Я его спрашиваю, праздник какой у вас там будет? Нет, надо богам помолиться. Что-то у вас непруха какая-то, надо вам помочь. Это мистика. Вот это одна из причин, по которой в горах начинаешь иначе религиозную тему трактовать и воспринимать. И взаимоотношения с Богом строятся на гораздо более таких тесных контактах. Ты один на один с природой. Ты там находишься в такой ситуации, в которой помочь тебе в случае чего не сможет никто, кроме тебя самого и твоих товарищей. Там ты один на один со стихией, с хаосом, который что во времена Адама был хаосом, что в наши времена. Просто в наши времена его распространение значительно сузилось. И с хаосом, и с природой, в ее дикой сущности человеку приходится сталкиваться очень редко. И не сказать, что молился, я даже не знаю молитв. На самом деле, ну, просто как бы просил того, что может быть на самом деле оно и есть. Ты же хочешь этого, да? Ты хочешь залезть на гору? Я, может, мечтал там залезть по Северной Стене женой, не знаю, может, там лет 15, а может и больше, там, когда впервые услышал об этой стене, там, об этой горе, что она там непроходимая и так далее. То есть я не понимал это, честно говоря, там, может. А сейчас я как бы вот начинал понимать, что ну, совершается что-то такое, что в принципе, даже мне как бы и несовестно и попросить там чего-то, чтобы это случилось. Вот. Когда ты иногда просишь в таких критических ситуациях, а ты думаешь, ну может он действительно есть на самом деле. И так иногда, ну господи, ну помоги же, ну там, ну не дай мне заболеть, там, дай продержаться там еще там пару дней хотя бы. Вот мы долезли до такого поля, но, опять же, вершины не было видно. И нас уже не было видно с лагеря.
мы вообще уже начали беспокоиться, потому что начиная с середины дня, как правило, вершину закрывают облака, ничего не видно. До какого-то момента определенного, до момента, когда они подходили к гребню, мы их наблюдали в трубу. Потом, так сказать, все закрылось и стало вообще непонятно, что происходит. Вот. А что там, никто не знает. Мы знаем, что там снежный гребень, мы знаем, что там сильный ветер. Вот. Произойти может все что угодно. Лес и лес просто вот на этот как бы снежный гребень, надеюсь, что еще до вершины придется лезть пешком. И когда я вот вылез, буквально веревки хватило, там даже, по-моему, Павленко надвязывал еще там кусочек веревочки для того, чтобы мне вот хватило. Я так вылез на ту сторону и понял, что, ну, все, то есть как бы вот она, вершина рядом, буквально в 3 метрах. Поаккуратнее на спуске. Когда спуститесь в платформу, перезвоните нам, выйдите на связь, сообщите о том, что спустились на 7400. Обычно, когда какой-то вот Рубикон переходишь, там ключевое место пролез, там еще что-то, ну, создается ощущение, когда все это кончится. Тут вот, пока мы с горы не спустились, вот, чувство такого вот настороженности не покидало до самого спуска вниз в базовый лагерь. На высоте совершенно неожиданно организм дает сбой. Честно говоря, хотелось вот уже спуститься в платформу и сказать, что да, вот все, мы эту стену прошли, и вот мы живые. Саня после, ну, очень тяжелого дня, после вершины он спустился в платформу, он уже, в общем, никакой. А до этого 7 дней он работал на высоте выше 7500 на вертикальной стене. Это вообще беспрецедентно, по-моему. Я приехал, то есть нас было трое. Я спустился, и вот поднялись Киреевский и Борисов. И когда я вот так что-то случайно выдохнул больше, чем, ну, как бы нужно там, вот, то почувствовал, что у меня такое же вот как бы, как у Михайлова. И я так подумал, что да, надо, наверное, проконсультироваться с доктором. При дыхании появляется у легких ощущение вот такой скрипящего снега. А это признак того, что сердце не в полной мере справляется со своей работой, и в легких начинает скапливаться жидкость, а потом уже катастрофически такая ситуация развивается. По идее, он понимает, что его надо спускать, и ему надо спускаться. Он понимает, что в одиночку он спускаться по вертикальным перилам, ну, нежелательно, не может. И непонятно, как он на середине себя почувствует. Он понимает, что, тем более у него такой же вариант был, отек легких, я имею в виду. Он знает, чем это заканчивается, что к утру, скорее всего, он будет уже недвижим. Вот. А ему сказать кому-то из тех, кто сидит рядом с ним в платформе, давай, начинай меня сопровождать вниз, ну, как-то неловко. Этим он в большой степени лишает этого человека возможности восхождения на гору. Они бросили на пальцах, то есть им это тоже было невыгодно, то есть этому Киреевскому выпало меня сопровождать. И мы, не связываясь, просто я сам потихонечку спускался, он меня как бы сверху там, ну, так, как бы подъезжал к станции, постоянно там спрашивал: «Саня, все нормально?» Я говорю: «Все нормально». При помощи Киреевского они спустились. Я считаю, что Саню это точно спасло, потому что до утра бы он не дотянул, это точно. А даже если бы он до утра дотянул, его было бы в таком состоянии уже не спустить, он бы остался там на стенке. У Цветаева, да. «Одним ожесточением воли выбрали крепость и скалу». Так вот, одним ожесточением воли в альпинизме, ну, не взять. Скалу можно, да.
А вот гору не получается. Это слишком длинный процесс. Может быть, сложность задачи так объединила, что все личное было зажато. То есть оно прорывалось только вот в делах, которые шли на общую пользу. То есть там, вплоть до самопожертвования. Там, в том плане, что человеку надо спускаться вниз, потому что уже реальная угроза его здоровью. А он остается наверху и не говорит, что ему плохо, и работает до тех пор, пока чувствует, что действительно, если он дальше останется, то вся команда будет его спускать, и общая задача не будет решена. Вот только тогда они начинали идти вниз. Что Михайлов, что Ручкин, что Мишка Першин, что Леха Болотов. Ну все, любого могу назвать абсолютно. Сейчас в базовик придем, почитаем почту. Достанем 4 литра вина и отпразднуем два события. Блин, Кеша, с днем рождения уже тебя. Подарочек, блин. Сильнее русских в командном альпинизме нет никого. Вот тот самый соревновательный момент для иностранцев, значит, гораздо больше, чем для нас. До нас пытались там очень сильные ребята, и французы, и там, австралийцы, и испанцы, и многие другие там. Каждый с какого-то момента понял, что никому из нас ни поодиночке, ни в любой комбинации, там двое-трое, эту гору не сделали. Значит, что-то должно быть такое, чего у них нет. В данной ситуации этим таким оказалась вот команда, которая могла работать 2 месяца очень эффективно. Твой взгляд, словно бритвая по глазам, а ласки твои рвут и душу, и тело на клочья. Отдав всю себя этим грубым рукам, ты выпьешь по капле меня. Вот самый главный кайф, который может испытать человек, это кайф возвращения. На нас, как на днище корабля, нарастают ракушки. Мы теряем ход, маневренность, грузнеем, погружаемся все больше в пучину вод. А тут тебе снова жить хочется, как будто бы ты родился еще раз. И все заново начинаешь воспринимать. Из-под мокрых кудрей.